Не-не-не, мы сюда не пойдем. Достигает 3000 метров. Ну, из-за высокой плотности грязи вы будете держаться на поверхности. То есть утонуть здесь невозможно. Также температура грязи 18-20 градусов. Она такая прохладная, потому что постоянно обновляется. Подогревайте только верхний слой за счет солнца. Нижний будет чуть попрохладнее. Желтые пятна на поверхности – это выделение йода. Пройдемте чуть дальше. Здесь находится второй кратер, самый большой, диаметром достигает 10 метров. Тут такая же грязь, как и в первом кратере, только она плотнее, мне больше содержания йода. Далее, где беседка, вон она чуть вдалеке, там находится долина кратеров. Их там очень много, грязь плотнее, более голубоватого оттенка. Всего на горе более 115 кратеров, около 43 из них действующие. В грязях нужно находиться не больше 15 минут, то есть купаются это все время. Затем слегка обсыхают и смывают грязь уже на территории душевой. Также по левую сторону вы можете видеть три горы потухших вулканов. Если чуть дальше пройти, там тоже действующие, но не очень распятые. Снижение происходит в 19 году, 22 февраля.
Ты вот так держит, да? Thank you.